каждым днем спектр услуг, оказываемых в МФЦ, расширяется, а качество становится выше. За первое полугодие 2019 года в многофункциональных центрах «Мои документы» Одинцовского городского округа оказано более 400 тысяч услуг. Этот показатель значительно превышает количество услуг в этот же период прошлого года – почти 250 тысяч. Всего же за 2018 год в многофункциональных центрах Подмосковья было оказано более 22 миллионов услуг.